Здравствуйте, граждане всего мира. Мы – анонимы. Вполне возможно, что в ближайшие несколько лет все граждане Америки в конечном итоге будут помечены микрочипами. Эти чипы будут имплантированы, чтобы немедленно идентифицировать людей. Эта технология также будет использована для ответа на один вопрос. Я тот, за кого себя выдаю? Микросхемы RFID представляют собой небольшие электронные устройства, состоящие из небольшой микросхемы и антенны. Чип может хранить данные, в то время как антенна позволяет отправлять и получать информацию. Когда такой объект имплантируется в ваше тело, и особенно в ваш мозг, вряд ли он будет иметь легкодоступный выключатель. Другая электроника может быть подключена к чипу без вашего ведома. Она может включать в себя передатчик GPS. Однако имплантация подобного чипа в мозг вряд ли даст вам все знания о Вселенной или обучит мастерству боевых искусств за секунду. Вместо этого он будет служить высшей формой наблюдения и подчинения, учитывая то, что до сих пор делало правительство США в отношении шпионажа, включая NSA. Мы не поверим, что эта технология касается только удобства, а будет преподноситься таковой, по крайней мере, пока не окажется у каждого. Существует компания в Висконсине под названием 3 Square Market, которая предлагает имплантировать своим сотрудникам микрочипы RFID размером с рис. Чип функционирует как многоцелевой ключ для идентификации, ключ доступа или кредитной карты на базе технологии NFC. Компания видит в этом будущее. Эта компания запустила продажу по технологии микрочипов в более чем 2000 киосках, комнатах отдыха и других местах по всему миру. Чипы, которые получили по меньшей мере 50 сотрудников компании 1 августа, позволяют им совершать покупки на собственном рынке своей компании. Так что это больше похоже на альфа-тест потенциального продукта, чем на необычную диковинку. Сотрудники также смогут использовать чип, имплантированный между большими и указательными пальцами, чтобы открывать двери, использовать копировальные машины, авторизовываться на компьютерах, обмениваться визитными карточками и хранить информацию о здоровье. Хотя чип-программа этой компании является добровольной и напрямую связана с ее продуктами, это может привести к тому, что другие компании сделают то же самое, пока в конце концов нас всех не вынудят внедрить эти чипы в свои тела. Бельгийская маркетинговая фирма New Fusion также предлагает эту технологию, предоставляя своим сотрудникам возможность заменить свои существующие удостоверения личности чипами RFID, имплантированными под кожу. Чип содержит личную информацию и обеспечивает доступ к IT-системам и штаб-квартирам компании. Микрочипы, используемые в New Fusion, стоят около 100 евро и вставлены между большим и указательным пальцами, очень похожими на те, что сделаны в 3 Square Market. Еще в 2015 году шведская компания имплантировала микрочипы своему персоналу, что позволило им использовать ксерокс, открывать двери безопасности и даже платить за свой обед. Это продолжается уже много лет. Считается, что в настоящее время 10 тысяч человек по всему миру используют технологию микрочипов в своих телах, и это число может резко увеличиться. Многие люди могут считать это безобидной технологией, но она может легко превратиться во что-то более зловещее. Мы – анонимы. Имя нам Легион. Мы не прощаем. Мы не забываем. Ждите нас.